Привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами снова Артур и Джек Шепард. Поздоровайся. Какой-то крутой Всем перезаряжаешься. привет. Мы находимся в зубе, в этом замке. Мы тут неплохо прибарахлились. Вон у него какое оборудование. Мы тоже не пальцем деланные. У него вон какой рюкзак, у меня такой же. Так, ну и что, давай выбираться отсюда. Тут мы в прошлой серии Давай. маленько подзапарились, не могли Джеку взять рюкзак, но в результате справились. Тихо. Что Там такое? справа какой-то звук был посторонний. Тут у нас пистолет еще один лежит, но мы его брать не будем. У меня такой есть, и тебе такой не нужен. Так, это у нас Да, у меня патроны. и так револьвер и пистолет. Да, это у нас просто сумка. Так, ну и что, давай дальше осматриваться. Давай. Давай слева сначала посмотрим, что там есть. Как хорошо, когда патронов более-менее. А то у меня вообще по одной обойме было Да. и для кольта, и для кольта. У меня и то одной фирмы. Так, ты время засек, А что кстати там, говоря? что-нибудь есть? Как обычно, А, стандартная проблема. засек. Вот сейчас засек. Сейчас там две Так, минуты где-то будет еще. ну что, в башенку пойдем? Тут, насколько мы знаем, три зомби как минимум есть. Ну, вроде на радаре никто не отображается, они, Да. может, ушли отсюда? Ой, не на радаре, а на Может. этом. Ну, на экране, короче. О, Беленькие точечки. у нас колючая Чего проволока. там? Интересно, она чья-то или... Да По нет, я тоже идее, у думаю, нас здесь есть стоял. инструменты, мы можем ее срезать вроде как. Да Так, мы, нифига. по-моему, чезит нашли еще один. Что это такое? А, это Ну тут... стрелы. О, фляжка. Я надеюсь, она с водой. Блин, она Так. пустая. Ой-ой-ой, так, бинты. Магазин для ПМ. Бинты нам Банка нужны. газировки. Сигнальный фаер, стальной болт. 45-й ICP тут есть, для тебя еще патроны. Да, отлично. Давай посмотрим. О. Тут Берем. есть еще один такой же, как у тебя, револьвер. Но я, пожалуй, с кольтом лучше похожу. Здесь газировка. Ты уже наверх полез? Угу. Ну, тут же никого нет. Это А газировка, я ее, все-таки зуб пожалуй... называется, да? Да. Газировку, короче, выпью и возьму еще одну. Давай. Потому что у меня уже места то на них не осталось. Так. Мне тоже надо быть скорбь. Тут, кстати, труп, нам надо бы поскорее подниматься, смотреть, что есть, и уходить. В Да, мешке он, надо. видишь, лежит. Мы из-за нее, наверное, даже не сможем пройти. Да. А там Наверх дальше пускай вроде бы там. и некуда. А там наверху патроны дальше лежат. На самом верху наверняка Да? СВД лежит. Попробуй Ну да, пролезть. супер. Да блин, я, по-моему, ударю скорее, чем смогу пролезть. Так, А если В еще. нажать? Попробуй. Смог ведь? Шаришь, шаришь. Только я застрял опять. Так, еще Давай, раз. братень. Так, главное сейчас не провалиться сквозь лестницу. Так, здесь патроны для дробовика, похоже. Еще одна банка газировки тут. Или она у меня, я не знаю. Вот это мне надо. О, Это часы мне есть. надо. Круто, Я часы бери. беру. Так. Давай. И время у нас через какую кнопку? Через... Через... По-моему... О! Время, короче, О! 15 минут второго. Окей. Полдень практически. Так, и тут, как видишь, не зря мы сюда сходили. Тут наверху еще куча всего Что там? хорошего. Поднимайся давай. Что-нибудь тебе явно отсюда пригодится. Магазин ПМ, сигнальный фаер, пустая бутылка виски, 15 зарядов дроби. Ох. Блин, мне бы патронов, еще один магазин хотя бы для меня. Еще магазин для пистолета. Ну круто Так, так-то. для Ленфилда еще один магазин. И дроби опять дофигища. Куда уж их мне? Не знаю, Давай смотри. посмотрим, что еще наверху есть. Ну, базару нет. Пока пойдем, может быть там, я не знаю, ядерная боеголовка лежит. Маленькая такая. Здесь нож еще один охотничий, фляга.
Здесь до хрена, короче. Полно, нет? Мы сюда удачно дошли. Еще банка газировки. Так, я сейчас возьму ее и выпью. Здесь еще патроны для Ленфилда. Два фаера. Слушай, а? И пустая консервная банка. Так, банка газировки еще одна. Фляжка пустая. Это плохо. Блин, у меня консервная банка тут оказывается. Ну-ка я ее сброшу, а вместо нее банку газировки возьму. У меня уже 4 банки газировки. Офигеть. Молодец. Так держать. Скоро засых и стану. Так, чего у меня персонаж бегать начал? Не знаю. Не, мы круто сходили. Да, так, и теперь... так, стоп, если у меня нож, на самом деле, да. Мы находимся в квадрате 65-97. Так, 65. Блин, где она? Так, 60, блин. 65. Офигеть, тут вид. Да, вид здесь лучше даже, чем с той телевушки. 65-97, вот мы в зубе находимся. Сейчас мы пойдем строго на север и попадем тогда в Вышное. А с Вышного мы пойдем... Там игрок. Игрок снизу. Снизу справа от нас игрок. Он вроде не бандит. Ну, пока не выстрелит, не узнаешь. Ползет там аккуратненько. Ну, вроде к сторону башни нашей движется. Увидел? Он там в кустиках, по-моему, лежит. Он чуть налево прошел, да. Так, сейчас я ему отпишу. Так, что написать-то? Get out. If you in come zoo, with peace, да? Тире. Ты следи пока за ним. Тире. Get. А куда за ним-то? Я не знаю, где он. We will shoot on Sigurd. Короче, как увидим, будем стрелять. Мне пофигу. Я не собираюсь быть добрым, злым, просто я не собираюсь из-за какого-то утырка сейчас терять все свои вещи. Вон он. А, это зомби? Да. А он где? Ну все, началось, блин. В колхозе утро. Сейчас, короче, вот он. Справа от дорожки налево пошел. И потом я его потерял из виду, он где-то там за деревьями. Может, он подальше ушел, может, он к нам поднимается. Так, давай аккуратно спускаться, короче говоря. Давай. Я думаю, ну что, ты вперед пойдешь, ладно. Так, аккуратно. Вот за... Блин, в каждой серии какие-то вот такие вот атмосферные моменты, которые... Люди непонятные ходят, да? Которые серию просто украшают. Главное, чтобы это было не посмертным украшением. Так, там внизу вроде никого. Сейчас самое главное не свалиться. Так. Ты также с Вэшкой перепрошел? С чем? Ну, В нажал перейти, да? Да. Что он так не проходит по-нормальному? Тихо, тихо, тихо. О, Господи. Сейчас, по-моему, к нам зайдут. Вон он зашел. Вон, зашел. Ты его убил? Да. Я предупреждал. Он мертв. Ты, у тебя скин бандита. Да мне посрать уже. У тебя скин бандита. Бери у него патроны. Так, следи за дверью, я напишу. Зомби сейчас придут. Так, поднимайся наверх. Пофиг. Предупреждение было.
Вот так вот люди и становятся бандитами. Да. Блин, вот я адреналин ухапнул, когда он зашел. А я же слышу выстрел, сейчас. Думаю, вроде не он. У меня персонаж дышит как псих, он увидел только что убийство. Ты в скине бандита, офигеть. Да хватит так дышать. We warned you. No, you dead. Все, мы скатились. Ты безумен. Артур безумен. Твой тоже дышит как псих? Да. Ладно, давай спустимся. Больше драмы. Так, ты смотрел, что там у него? Вы, блин, такие злые. У него респад какой-то, я не знаю, хорош он или нет. 20 ячеек, а у наших сколько? Я не знаю. Но у меня, по-моему, 16 ячеек максимум. Yes, we are. Ух ты, у него фляжки с водой полные. К нам бегут, по-моему. Так, я держу вход. Элис Пак, это, по-моему, самый лучший. У него, смотри, магазинов для тебя хреново туча. Так, держи вход. У него винтовка, кстати, давай. Говоря, ты видишь, да? Какая у него винтовка? Вижу, как у тебя. Осколочная граната у него. Она есть. Мне нужна. Блин, как это осколочная граната не нужна? 4 магазина. О, есть. Я тебе говорил. Рожай, пожалуйста. У него бинокль, карта, коробок спичек есть. Все что угодно. Так, открыть. Так. Блин. Я не знаю, у меня руки разбегаются. Капец, вот ему, наверное, жалко это все терять. Ну, блин, я крупными буквами писал, предупреждал. Чё ж он полез-то? А, так. Я не знаю, в результате у меня всего хватает. Только у меня... нет, и бинты у меня есть. Блин, я не знаю, как мне все это уместить у себя. Мне натурально все не полезет. Так. Охренеть. Часы, револьвер. Так, часы я себе возьму, раз у тебя тоже есть. Бинокль можешь взять. Набор инструментов, коробок спичек. Карта. А ты че винтовку-то такой же не берешь? А нафига? Ну, блин, это, по-моему, хорошая винтовка, лучше твоей, нет? Или, ну, смотри сам, короче говоря. Ну, лучше. Патронов просто на нее, блин, не так много. Так. Компас берешь, нет? Он подходит, осторожно. Мне-то зачем компас? А. Блин, я сейчас что-то важное забуду. Потому что тут столько всего... Охренеть, у него там еды, воды. Я и говорю. Переходи на темную сторону силы. Да, я его предупреждал, чтобы он не заходил сюда. Ему крупно написали в чате. Я его предупредил, что я его сразу пристрелю, как только увижу. Это же вопрос заживания. Ты думаешь, он нас не выстрелил бы? Ты думаешь, он это все честным путем, что ли, нажил? Я думаю, что выстрелил бы. В одиночку. Я развести костер могу. Сейчас тебе это нужно, нет? Че? Сейчас тебе это нужно? Нет. У меня человечность минус 1916. Убийство говно. Блин, я не знаю. Мне, вот смотри, морфий есть. У меня морфий вообще остался, нет? Не знаю, я бы у него взял морфий себе. Так, короче говоря... Я бы у него взял бы. У меня болетоляющие есть, что я такие? Набор инструментов сбрасываю. Так. Беру морфий. Да, бляха, бери ты морфий. Блин, капец.
Бинты еще сбрасываю. Да хер поймешь, извиняюсь. Короче, у меня вроде бы всего хватает. Ну-ка, так. Ой, блин. Здесь у меня просто в кармане вообще ничего нет. То есть бинты только и все. А теперь открываю сундук. А что за М9 ПБС? А в сундуке у нас много всего хорошего. Смотри, я ему пушку свою в руки отдал. Вот это ружбайка. Ну да. Я тебе могу пару магазинов к нему дать. У меня потому что их 5. Даже 6. У меня их штук 7 лежит. Ну смотри. Так, еще раз. Все, сейчас мы уходим отсюда, потому что мы спалились. Так, да. Все. Морфий один остался. У меня хреново туча еды, хреново туча воды и прочих припасов, которые у него в рюкзаке. Я теперь с его рюкзаком. Ну-ка, покажи рюкзак. Да, у тебя самый лучший рюкзак. Так, все, уходим. Аккуратно. Сейчас надо будет пострелять кучу зомби, я думаю. Давай. Спускаемся там же, откуда пришли. Да. Блин, ты бандит, офигеть. Я его предупреждал, что так. Опа, будет. Смотри, зомби прыгает. Зомби прыгает. В проход посмотри. Господи Иисус, он прыгает. У тебя от шока глюки, похоже. У тебя, похоже, галлюцинации поперли. Потому что у меня никто там не прыгает. Он прыгает, чувак. Ты потом увидишь, он прыгает. Копперфильд вообще тут рядом. Блин, стоял. Меня до сих пор перетряхивает всего. Фу, вот это я адреналин ухапнул. Я так и знал, что он сейчас спустится. У меня все руки мокрые, чувак. Так и знал, что он сейчас спустится и пойдет нас убивать. Потому что, ну блин, не мог он в одиночку так честно нажить такое количество шматья. Ну у него скин был простой. Ничего не хочу знать даже. Потому что... Все, ладно, давай. А ты еще меня еще убьешь за то, что я тут тебе начну мораль читать. Блин, у меня скин такой прикольный. Заберешься, если побежишь. Но это печально, если сейчас кого-то мы встретим, то меня будут убивать. Ну я ж с тобой. Ну, значит и тебя будут за бандиты считать. Так что я скажу? Я скажу, бандит, бысь, и все, я буду героем для других людей. Пошел я, короче, меня засосала опасная трясина. Так, теперь нам вот нужно так отойти. Вот иди. Нет, ну это была... дела делают. Я ему чуть... Самозащита. Какая нахрен самозащита? Он меня даже не видел, я его расстрелял. Я его просто хладнокровно убил, просто я его предупредил, что так и будет, если он к нам придет. Он не послушал, остальное уже как бы не мои проблемы. Вот, так, теперь, блин, где мы находимся? Дайте мне маленькое... 63-97. Блин, ты такой страшный стал. Дай я тебе картинку сделаю. Офигеть, в очках такой перемотанный весь бандюган, в перчах. Клево. Потом видишь себя вот со стороны, это вообще жесть. Так, 97, блин, я потерялся. 97, 63, да? Так, сейчас, если мы идем строго наверх, то мы попадаем... Сначала вышное, обходим его. Там будет у нас поп Иван. Но теперь воды нам точно не нужно. И оттуда мы уже, если прямиком идем, мы попадаем в старый собор. Короче говоря, нам нужно двигаться вон туда. Видишь, куда я иду? В старом кто-то стреляет. Я не знаю. У меня есть две обоймы. Как сказать? Бесшумных патронов и 4 таких. Звуковые? Да. Звуковые, конечно, хорошо. В старом соборе кто-то стреляет. Ты мне не перечь теперь, я псих. А вы вот еще с ним хотите вместе играть. Представляете, какой сейчас опасности я подвергаюсь, ходя с самым лучшим рюкзаком в игре? Самый лучший, говоришь? Ой, опасно. Куда ты поворачиваешься? Гуглова. Кто-то... Блин, мы недалеко от Гуглова. Мы, похоже, в какое-то попали место. Простерто, мне нужны твои патроны. Ага.
Мы попали в какое-то место довольно-таки обитаемое. Это не очень хорошо. Ой, блин. Я вроде успокоился наконец. Фух. Меня еще ни в одной игре так не торкало просто от стрельбы да вообще. Кого-то. А я-то так не ожидал. Я смотрю вниз, пыш-пыш, из него кровь пошла. Я думаю, какого? И ты такой там, и такие звуки выстрелил. Я его убил, я его предупреждал. Думаю, сейчас возьмет, блин, перезарядится и мне мозги вынесет. Да не соберет хабар и убежит, потом скажет. Все нормально. А, что-то Джек Шепард отказался дальше снимать, короче, там какая-то загвоздочка была, да? Теперь я один. Он поскользнулся с лестницы, упал. Да, все равно скоро уберут. И ты будешь как нормально ходить. Вот ты представь просто вот этот вот человек, который я представил, ему все по новой. Вот это вот все, что мы собрали, все по новой нужно собирать. Да. Он тут явно не один день живет. У меня вообще пипец уже, сколько убийств. У меня, блин, 70 зомби убиты, и один человек. То есть счет размочен. Дальше, я думаю, будет только больше крови. Потому что я буду стрелять первым. Поп-копушка, зачем ты здесь? Иди обратно в Dark Souls, в Demon Souls, в Skyrim вали. Мне здесь нужен нормальный Артур. Не, ну короче говоря... Все люди, которые в какой там, в 12 серии, где мы с тобой человека-то спасли, писали, что Артур благородный, молодец, решил все-таки выстрелить, не смог смотреть. И через несколько серий хладнокровно просто застреливать чувака. Ну, мы предупреждали его, конечно, да, но не знаю, может быть, он латыш какой-нибудь, ну или еще кто-нибудь, он не знал английского, ну, и просто шел сюда. Как бы это не наши проблемы. Наши проблемы, что если мы сейчас все это потеряем, то я что-нибудь у себя дома просто сломаю. Поэтому мне как-то его проблемы меня колышут меньше, чем мои проблемы. Я предупредил крупными буквами, такое не заметить, это я не знаю, кем надо быть, поэтому я практически уверен, что он шел нас убивать. Или это кто-то из подписчиков? Ну, кстати, нас даже не видел. Вещами. У тебя что там с картой-то? Что у меня с картой? Ну, все нормально, работает. Ну, я еще не пробовал. Я, блин, ты что, я в шоке. Мне персонаж тут, блин, запыхался как психопат. Он увидел жестокое убийство. Тут место такое, а мы, блин, что-то от адреналина еще не отошли и ходим просто под крышей. Я только что чуть, блин, в штаны не наложил. Ты бежал передо мной, потом слышу, бац, слева кто-то пробегает такой рядом в костюме бандита. Я чуть, блин, это был ты, это сервер подлаговал. Матерь божья, я сейчас... Я на эмоциях сейчас, я писал. Где мы? Вышная какое-то. Да, я думаю, эти ангары уже вообще нет смысла заходить. У меня просто вообще нечего выкидывать. У меня тоже, у меня все заполнено. Да, у меня куча еды, куча воды, куча патронов. Ну, еды у меня не так много. Еды у меня могло быть побольше. А у меня дохрена. Ну, блин, зачем я это говорю? Возьмет представитель. Ты же со мной, если у меня что, поделишься, нет. Верно? То там я нищий лесу... бедный, у меня ничего нет. Так, все, аккуратно, короче. Потом. Ну, если ничего нет, так я. Труп твой обыщу, да? Посмотрю, есть что, нет. Ладно, не бойся, солдат ребенка не обидит. Так, я сейчас бегу вот к этим кустам, видишь, спереди перед нами. На. А потом ты туда побежишь. А мне стрелять тебе в спину? Да. Беги, я даю тебе 2 секунды. 2, 1. Пш-пш-пш-пш-пш. Надо было тебя из гатлинга того еще убить. Пока была возможность. Так, я добежал, давай. Ой, ну нет, я пока что сохраню лицо в этой игре и буду добрым. Хотя я размородил его не меньше твоего. Знаешь, почему я в него первый стрелял? Потому что я его первый увидел. Если бы ты увидел его, и вот сейчас со своим сейчасшним лутом, если бы ты его увидел после предупреждения, ты бы быстрее меня начал его решетить. Так что не надо мне так говорить, пожалуйста. Ну я бы не стал решетить. Я бы подкрался сверху, спрыгнул бы с ножом в зубах, как Рэмбо. Ему бы шею просто свернул, начал бы резать его на мелкие кусочки ножом. И сидел бы в этой луже крови и хихикал. Человек мне еще про маньяков говорит. Так, там у нас вышка, нет? А, нет, показалось. Так, переходим через дорогу. Это люди какие-то писали, короче. Из подписчиков наших. То, что говорят, а давайте зайдем в игру на сервер, найдем Артура и будем это... Когда он, ну, нас увидит, будем просто стоять, как манекен. Пусть он нас боится.
Ну давайте. Я посмотрю, кто кого бояться будет теперь. Они за тобой будут бежать. Ты разворачиваешься, они все стоят. Так, подожди, а нам же вот сюда нужно. Мы куда-то, мы куда идем? Так. Не знаю, ну-ка карта. У меня есть карта, господи. 65, 89. Так, 89. Вот где мы вообще? 65. Мы находимся около попа Ивана. Прикинь. Поп Иван находится 64, 87. А у нас 65, 89. Какой поп Иван? Ты чё курил? Я не знаю, что это такое. Ну вообще у Павла. Мы к попу Ивану идем. Зеленогорск тогда уж. Какой нахрен Зеленогорск? Ты что, Зеленогорск, это до него сейчас перейти? Ты где? Ты идешь за мной? Подожди, я карту смотрю, я в ней вообще не ориентируюсь. Зато у меня есть компас и часы. Ну да, у меня тоже часы есть. Сколько там времени-то, кстати? Времени полвторого. Блин, за эти 15 минут сколько всего произошло. Так, короче говоря, офигеть. Пошли к попу Ивану. Я не знаю, где-то нам пошли. Тихо. Ой, я сегодня, наверное, ночь спать не смогу. Буду вспоминать. Вся эта кровь на моих руках. Нет, ну не оставаться же добру в крепости лежать. Правильно ведь? Мы, короче, очередную метеовышку нашли. Или что это за вышки? Дозорные, да. Какие-то лесничие. Вот что такое. Вот здесь наверху, я думаю, тебя точно никто не найдет. А что там наверху лежит? Там что-то лежит, по-моему. Так, там наверху ничего нет. Ну давай, лезь. Рискни же. Ты, блин, дошутишься, точно? Так, мы у попа Ивана находимся. Нам нужно... от папа Ивана идти строго вверх, и мы попадем к старому собору. То есть идеальное преступление. Вот ты начнешь с вышки спускаться, я тебе пульку в попу засажу, ты упадешь и умрешь. Никто, я, наверное, гораздо заметит, круче тебя выгляжу с этой под вышкой. Я вообще с этим скином, наверное, как Дарт Вейдер, наверное, выгляжу. Да ты вообще охрененен, честно. Страшен. Ничего. У меня нет, блин, камеру не могу вокруг себя покрутить, чтобы увидеть. Эта человечность рано или поздно вернется ко мне. В солнечном машине. Будешь спасать теперь маленьких детей. Тихо. Я где-то слышу зомби рядом. Что такое? А вот, стой. Он прям близко к нам. Прыгун. Вижу. Военный еще. Короче говоря... Наушники хорошие, выручают. Слева его обойдем. Слева никого нет вроде. Здесь, наверное, вышка, я думаю. Да, вон она, вышка. Где ты вышку нашел? Вон, куда я смотрю. Ну, блин, опасно к тебе спиной. Да, заколебал ты уже. Это самооборона была. Сейчас хрен отмоешься. Ты сам сказал, он даже не атаковал. Ну, если бы он атаковал, то это была бы уже не самооборона, а был бы конец серии. Перестрелка? Какая перестрелка? Это ой, смотри, как мы далеко убежали тоже. Тут кто первый выстрелил? Что тут лежит? Да, вон наш замок, где я лишился, сказать так, девственности. Что там лежит? Здесь пустые... консервные банки, охотничий нож и химический этот свет зеленый. Положенный, и еще один такой, короче, же зеленый свет и консервная банка. Подожди, что-то у меня игра, походу, зависла. Или нет? Ты у меня висишь в воздухе. А вот нормально. Все, спускайся. Ну, спускаешься ты тоже. Не смей мне стрелять сзади. Ты завис на месте, спускаешься. Все, давай. Все, спустился. Веди, я перед тобой сижу. Вот в эту сторону иди, я сейчас за тобой пойду. Не-не-не, веди. Теперь, я думаю, еще больше. У меня почему-то факт немецкий, германский, по-моему, на апр. Тихо. Вон он, справа, аккуратно. На правом плече у меня нашивка.
германский флаг. Давай отойдем, я разгляжу твое плечо. Так. Вот тебе в чистом поле обязательно нужно этим заниматься. Ну, вот рядом с елочкой. Видишь? Ну, вот ты уже сейчас в чистое поле пошел. Вот я сейчас около тебя сижу. Или тебя лагать опять начало? Ну, ты идешь вперед, я иду за тобой. Ой, короче говоря... Ты в поле ушел. Теперь ты ушел в поле, а я позади тебя. Ну-ка, иду к тебе. Остановись-ка. На левом плече. Ну-ка, ку-е, ку-е. Ну, вроде нормально, да? Да, у тебя нашивка немцев, черно-красно-желтый. Хэнэхох. Так, все, пойдем. Зикхайль. Все, что знал, вроде высказал, да? Айнсвайн Райан. Гитлер капут. Аймен Шахов, как Дмитрон. Фор Артур. Чудо. А, понятно, это Дмитрон. Ну, Артур тут сейчас они не знают, как ты сильно изменился за эту серию. Зря они пишут, где они. Предлагал в команду тоже помочь. Мы даже раздумывали, но сейчас уже решили, что нам вдвоем хорошо. Верно? Только попробуй не сказать. Че? Нам вдвоем хорошо, говорю. Нам никто не нужен. Блин, опасно с тобой ходить вдвоем. Танецы, все нормально. Зато так, интересно зрителям, я думаю. Ну да. Так, что-то мы... Смотреть, как мы находим вертолет. Я буду нести у себя в рюкзаке, наверное, все вещи для вертолета или там для машины. Я все починю, вещи все использую туда. Артур меня убьет, сядет в вертолет и улетит на Майами. Черт, откуда ты знаешь-то? Да я, блин, все твои коварные планы узнал. Из-за какого-то я теперь бандит. Вот я твой. Это не ты ли написал, а, мистер Леший? Заныкался теперь. 400 крови. Как он вообще живой еще при 400 крови? Он там в обморок должен падать через каждые несколько секунд. А, минута полторы, и он падает в обморок и весь трясется. Так, все там уже вырисовывается. Блин, старый эпичность, собор. Конечно. Эпично. Че, я думаю, мы до него дойдем и закончим на сегодня? Наверное, да. Блин, старый собор. Что там может быть хорошего для нас? Там много чего может быть хорошего. Но теперь у нас столько всего хорошего, что нам ничего особо хорошего уже и не нужно. Да. Все благодаря таинственному незнакомцу. Ага, таинственному. Кстати, он даже в чат не отписал. Я бы, например, написал, типа, кто, чё, кого, куда, чем. Он, наверное, видел, что его предупреждали, и понял, что накосячил сам. Так. Ни капли не жалко его. Вот того, которого мы защищали, было жалко. А вот этого, ну, я его предупредил. Ну, куда он полез? Ну, здоровый ангар гигантский слева. Такой же ржавый. Не вижу. Ну вперед и чуть левее, там за деревьями. Ну что-то там есть, да. Так, и что Опа, у нас в старом... Опа, ты посмотри, куда мы пришли. Чупа-чупс, не видишь слева? Так мы что, были... Ты куда? Ты куда нас привел? Нет, ну это у нас совершенно точно старый собор. Просто мы что, в прошлый раз мимо старого собора прошли, что ли, так получается? Так, ты куда подевался? А, ты за мной идешь? Я за тобой. Ты только что передо мной. Я караулю, караулю. Это лаги были просто. Это все магия. Ты думаешь, что я перед тобой, не ожидаешь угрозы. А я так бац! Бац, бац, бац! Да успокойся уже. Так, а где тут чупа-чупс-то? Где ты убил? Вперед-то посмотри. Но это не тот, не тот чупа-чупс. Не, не то. Здесь еще один чупа-чупс. Так, здесь два чупа-чупса. Что нам может понадобиться в этом городе вообще? Да ни хрена, у нас все есть. Машина есть и только. Сколько времени прошло с начала серии? Кто-то замерял, что ли?
Ну, минут 40-то прошло, наверное. Вот. Так, секунду тогда. Ну, почти. Так, ну, блин. Блин, ты эпичен. Я не знаю даже. Куда нам идти? Там вон церковь. А, я думаю, туда мы в следующей серии пойдем. Да, смотри, тут два чупа-чупса. А нет, все-таки один. Короче, ладно, давайте на этом прекратим. В следующей серии пойдем уже в старый собор, что-нибудь там поищем. И оттуда пойдем, так, что у нас по карте? Да. Со старого собора можно будет пойти к вот этому аэродрому, который у нас рядом с Лопатино. Короче, туда посмотрим. Будем уже искать машину и детали для машины. Потому что так-то у нас пацаны уже всего добились, чего хотели. Я даже руки заморал в крови. Короче говоря, ладно, увидимся в следующей серии. Попрощайся с подписчиками и зрителями. Пока, друзья. Увидимся в следующей серии, если Артур меня не убьет. Да, если я его не убью. Всего хорошего. Пока.